Уставшие, но счастливые. Позади непростой перелет из Подмосковья. Пилотажная группа «Первый полет» прибыла в Сочи сразу следом за вертолетами ЦСКА. Впереди небольшой отдых, после – долгие часы репетиций перед авиашоу. Пилотажная группа «Первый полет» – единственная в России, выступающая на поршневых самолетах. Со своей первой официальной программой «В небо» эти ребята, кстати, чемпионы России, Европы и мира, поднялись 5 лет назад. С тех пор мастерство летного состава только росло, да и количество самолетов-участников тоже. В Сочи группа со своим получасовым шоу выступит впервые. И впервые в «Олимпийское небо» в ее составе поднимется сразу 6 железных птиц. Тут больше творчества, мы можем делать разнообразные фигуры, добавляется больше динамики. Ну, чем больше самолетов в небе, тем красивее. За штурвалом приземлившихся в сочинском аэропорту самолетов не только мужчины. Елена Климович, чемпионка Европы и мира. На авиашоу «Олимпийское небо» выступит с сольной программой акробатического фристайла. В небо поднимется на спортивно-пилотажном самолете Су-31. На этом типе самолетов летаю с момента их появления у нас. Это где-то в 90-х годах. Вот. И это самолет, на котором летает сборная команда России, выступает на чемпионатах мира и Европы. Участники «Олимпийского неба» обещают, зрителей ждет яркое авиашоу. 30 и 31 мая 18 самолетов и 10 вертолетов поднимутся в небо над Олимпийским парком. 35 пилотов, у каждого из которых больше 1000 часов в воздухе, продемонстрируют мастерство синхронного пилотажа на предельно малых интервалах и дистанциях. И все это можно будет увидеть абсолютно бесплатно. Так на высоте Сочи откроет новый курортный сезон. Инга Габешия, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.